Киргизские водопады – живописное место, привлекающее множество туристов и местных жителей. Однако после их отдыха остается большое количество мусора, а это негативно сказывается на экологической обстановке и красоте водопада. С наступлением теплой погоды сюда начинают приезжать отдыхающие. Поэтому сотрудники администрации Буковатрокского муниципального образования и сельчане провели уборку мусора, который остался здесь после прошлого сезона. Бутылки из-под спиртных напитков, носки, тапки и пластиковая посуда – это основные виды отходов, которые участники субботника находили под каждым кустом. Достопримечательность, я считаю, это Балаковского района. Оно привлекает вниманием, наверное, большинство отдыхающих, пользуется популярностью, но от этого страдает. Вот сегодня администрация, культура Буковатрокского муниципального образования, жители проводим здесь субботник. Иргизский водопад – техническое сооружение, а не официальное место отдыха, поэтому купаться здесь нельзя. Однако отдыхающих это не останавливает, и местная администрация призывает всех туристов и местных жителей соблюдать чистоту и не оставлять после себя мусор, чтобы не превратить берег водоема в свалку.